Автомобильный пылесос Black Decker ACV-1205 предназначен для сухой чистки салона автомобиля методом всасывания пыли. Вес его всего 900 грамм. Явным плюсом системы фильтрации является полупрозрачная колба пылесборника. Это позволяет следить за его наполняемостью без отрыва от чистки. Система фильтрации у него двуступенчатая. Это позволяет производить очистку более эффективно. Оба фильтра пластиковые. Первый грубой, второй тонкой очистки. После окончания чистки фильтры легко вынимаются и промываются водой с мылом. Установку насадок производится следующим образом. Извлеките существующую насадку из пылесоса и вставьте необходимую насадку во всасывающий патрубок пылесоса. Установку удлиненной насадки производите следующим образом. Вставьте соединитель шланга во всасывающий патрубок пылесоса, подсоедините шланг и наденьте соответствующую насадку на оконченную часть удлинительного шланга. Неиспользуемый пылесос вместе с насадками можно хранить в чехле.